Ебать. Вы не поверите, это просто разъёб. Буквально 4 дня назад на официальном канале Universal Pictures вышел трейлер FNAF фильма. Ебать! Нихуя себе, нам концерт показали, блядь, живых аниматроников. Ебать, это чё, пила какая-то нахуй? И чё, блядь? Ну-ка, какая же дата будет? Фильм по ФНАФу выйдет уже этой осенью. А прежде чем мы начнем смотреть его, пожалуйста, поставь лайк под этим видео, ну и subscribe on this channel в форме. Дайте, пожалуйста, Full HD, схуяли тут 4 на 3, бля, я чё, в CS зашел? Это Simple, что ли, создавал, или чё? Да все, завали свои ебасос. О, наконец-то, нормальное разрешение. Не, ну пока что трейлер, не знаю, выглядит как какой-то фанатский фильм, что ли, ну типа не как официальный. Блять, подождите, это точно фильм по ФНАФу? Это не девятая, это не десятая часть пилы случайно какая-нибудь? Не, рядом, блядь, тут ловушки, как из пилы. Ты, конечно, учишь для всех, кто не подпишется на этот канал. А, или это его в костюм, блядь, одевают. Ха-ха-ха-ха-ха, как смешно. Нифига. Не, ну слушайте, прикольно, в конце прикольненький такой кадр. Это, я так понял, тоже девка будет одна из главной героини. А с хера ли они тут вообще, блядь, на улице делают, а? Это фильм, где действия должны происходить в пиццерии. С хера ли тут все на улице, блядь? Или пиздец его перекосоебило. 27 октября, бля, выйдет этот фильм. Ну и, разумеется, 27 октября 2025 года выйдет русская локализация на этот фильм. Типа вот здесь вот, я так понял, это реклама какая-то. Она, походу, не знаю, в начале фильма будет заставочка такая. Но вот это вот, мне кажется, уже... Либо на этом моменте его просто потом спасут как-нибудь, либо, не знаю, либо это просто конец фильма, где главного героя просто убьют. А вот это вот кадр, походу, уже прямо из самого-самого начала фильма, где главный герой у нас устраивается на работу. Не, ну слушайте, для 47 секунд трейлер довольно неплохой. Он, ебать, он собрал 17 лямов просмотров. Слушайте, может мне тоже какую-нибудь свою фан-игру по ФНАФу сделать? Открываю сбор средств на этот, на новый свой проект по ФНАФу. Все, бля, ссылочка в описании. В общем, я надеюсь, вам понравилось это ви. Ссылка на трейлер в описании. Ну и лайк не забудьте поставить. Пока.